субботу в Самаре стартует чемпионат страны по боксу среди мужчин. Соревнования пройдут в 10 весовых категориях. Чемпионы попадут в национальную команду на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в японском Токио. Спортсмены будут бороться за путевки весной в Лондоне. Боксеры здесь сильнейшие, приедут в каждом весе по 32 боксера. Значит, турнир пойдет на высшем уровне. Постараемся правильно и честно определить состав национальной сборной команды для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Самара для проведения чемпионата страны по боксу выбрана не случайно. Федерация бокса России уже третий год проводит конкурс. В этом году было 15 регионов претендентов. 63-й представил лучшую презентацию. Принимать гостей, принимать спортсменов столь высокого уровня, когда, как вы сказали, ставки столь велики, конечно, надо обеспечить максимально комфортные условия пребывания, предсоревновательные тренировки, выступления, этапы восстановления перед следующими боями, кто дальше проходит. Конечно, это тоже очень ответственная работа, в целом она проделана. В Самару приедут действующие чемпионы мира, представители сборной России, но участвовать в турнире не будут. Они, как и приглашенные ветераны бокса, проедут по разным городам и селам области с мастер-классами и семинарами. Организаторы уверяют, в МТЛ-арене будет на кого посмотреть. Молодежь будет доказывать, что они достойны места в национальной сборной. К тому же на кону призовой фонд. Чемпионы получат по 500 000 рублей, серебряные призеры по 300 и обладатели бронзовых медалей по 100 тысяч. Поединки будут проходить ежедневно в две смены. Первая с полудня, вторая с 17:00 вечера. Самая трудная задача будет, наверное, сидящих людей слева, потому что главный тренер, который будет отвечать за состав сборной, и, конечно, правильное и объективное судейство под контролем наших олимпийских чемпионов, которые будут объективно смотреть, потому что вид спорта бокс субъективный, и вы сами знаете, часто бывает так сомнительно со стороны зала, как мы, зрители, смотрим, тот или иной победил. Шоу открытия чемпионата пройдет в субботу в 17:00 вечера. Вход в МТЛ-арену свободный, в том числе и на бои, кроме финальных поединков. Церемония закрытия и финалы состоятся 16 ноября, тоже в субботу и тоже в 17:00. Но придется купить билеты или достать пригласительные. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.